Всем привет, друзья! Мы играем в GTA, и сегодня у нас выживание. Так, пригласить игроков больше нельзя. У нас всего лишь 4 человека. 4 человека максимум. И у нас где он находится? У нас... А, да, видимо... Да, это, видимо, свалка самолетов. Тут у нас еще не было выживания. Найдем какое-нибудь укромное место и спрячемся. И будем убивать бандитов. Да, сразу начинается. Тут ничего, ставки нет. У нас голые руки. Мы что, будем руками головами убивать? Так, 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 у кого-то оружие. О, все, нет, все нормально. Да, у нас наше оружие, все. Все, Слушай, а у меня нет броника. А у меня броника с собой нету. Еды нету. И на выживание нужно покупать еду, и нужно покупать бронежилет. Ребята, о, слушай, я знаю карту, да, эту карту я знаю. И место хорошее. Ребята, за мной. Ребята, ну-ка, за мной. Тут очень хорошее место, и тут надо вдвоем встать. О-о-о, точно, точно, о-о. Молодцом, молодцом, ребята. Так, у нас в той стороне, мы тут постоим, нам тут комфортно. До нас идет, дойдет время еще. Ты кого-то убиваешь там еще? Ты кого-то видишь там? Ну-ка, дай посмотрю я. Да, я посмотрю тоже. Я кого-то вижу? Я никого не вижу. Детка, я никого не вижу. Первая волна, конечно, без проблем. Вон, я уже вижу, кстати, бегут. Да, вот у нас в двери выйти побегут. Так, ну где-то, где? Я хочу убить кого-нибудь. Я хочу убить. Вот он, тут-то. Дайте, оставьте мне его. Нет, нет, нет. Первая волна у меня просто ноль. Слушай, я единственный такой, который не убил никого. Я не буду агриться, я буду копить силы, буду патроны копить. Я могу даже тут заминировать. Если хотите, я могу заминировать. Давайте заминируем. Вот мина у нас, неконтактная мина. И на дорогу бросим. Тут, по идее, у нас будут машины. Много машин. Кинем, наверное, в эту сторону. Ребята, туда не ходить. За пределы карты не ходить. Так, у нас есть, да, у нас есть стингер, если что. О, а вот и моя добыча, вот моя добыча, иди сюда. Ох, сколько добычи, вы посмотрите, смотрите, сколько добычи. Сейчас я буду первым, сейчас я буду первым. Нужно было взять пулемет мне. А я убил, походу. О, перезарядка. С одной боем мы всех повалил, сколько я убил, ребята. А, двое остались. Нет, только половина волны. О, ты с той стороны, ну-ка, детка, двигайся. Слушайте, а может для эпика включить камеру от первого? Давайте включим от эпика. Ну-ка. О, камера от первого просто суперская. Правда, прицелили как-то. Все, походу, все убили. Молодцы. Ну, так неудобно будет из укрытия, конечно, влазить. Давайте включим все-таки от третьего. Ребята, убейте, там еще один. Да, молодцы, ребята. Да, я со своей... я почему-то одного убил. А почему я одного убил? Что это за фигня? Я одного убил. О май га. Почему я одного убил? Ребята, вы всех моих ботов забрали. 10 секунд у нас до начала волны. Я готов, если что, оттуда сразу. Если будет вертушка, то я буду гасить ее. Я хочу вертушку подбить, мне она... Я ее обожаю убивать. Так, я готов сразу же убивать. Убивать-то некого. Слушай, вот посмотри твой ник и посмотри, сколько ты убиваешь. Рядом со мной стоишь, у меня тут не козырное место. Вообще не козырное место. Дай я пройду. Где козырное место тут, интересно? Хорошее место козырное. Так, вижу трупы. О, вижу, теперь вижу. Не, пулемет такой дистанции не очень катит. Так, кого-то я, наверное, убил, еще второго убил, нет? О, у нас машинка, это с моей стороны. Это проблема с моей стороны. Моя мина сработала. О, сколько бежит там, сколько там бегут-то. Не, посмотрите, сколько там. Все мои ребята. Всем по головам. Так, у меня напарник погиб какой-то. Какой напарник? Ты напарник? Нет, не погиб, ты у меня живой. Все, что ли? Еще бегу с моей стороны. Да, отлично, у нас пулемет есть. Пулемет, кстати, выносит очень хорошо. А это кто? Кто приехал? Вы кто такие? Давай, до свидания отсюда. О, все, что ли? Ничего себе, так быстро. Я кого-то не убил, кажется. Сколько? Я четверых убил. Да. Да, уж, видимо, это которые были в машине, и все. Давайте, наверное, кинем еще одну миночку. Миночку бросим туда же, на дорогу. Очень козырное место такое. Блин. Кажется, я перекинул. Ну, хорошо, бросим в эту сторону. У нас третья волна начинается, или четвертая. Какая волна, ребята, подскажете? Так, если что, я готов сразу же.
Так, выбираю тут, наверное, граната, если что. Сразу гранаты бросаю. А, вижу, да, появились. В той стороне. А, и в моей тоже. Ну-ка. Выходи из укрытия-то. А, все нормально, у нас просто включена была граната. Вижу, эпик. Да, вижу. Минус, нет. Он уже сдох. Крестик показался, все сдох. Слушайте, какая? У нас четвертая волна, и как-то мне скучно. Почему мне скучно? С той стороны. Сколько там их, а? О, вертушка. Это моя добыча. Наводись, детка. Моя добыча была. Ребята, ну вы реально как-то убиваете всех. Вы откуда вообще взялись тут, а? Рэмбы какие-то. О, это кто такой появился прям тут-то? Откуда ты респанулся-то? Блин, у вас там козырное место такое. Мне нужно набивать уровень, мне нужно набивать все-таки опыт и приносить пользу команде. Я тут отстаю где-то. Даже вертушку не мог убить. Слушай, ну давай поменяемся. Давай будем меняться. Половина ты, половина я. В кого ты гасишь? О, вижу. Пробежал. О, вижу, впереди. Давай, вижу. О, сколько их там, убил кого-то. Кого-то я убил. Все. Там еще остался один. Я сделал перезарядку. Все-таки долго перезаряжает пулемет. Да, там остался один чувак. У нас четвертая волна без проблем просто. Да, я, как говорится, я в запасе. То есть я в запасе, если у вас какие-то проблемы жесткие, то я, ребята, сразу же... А тут сможем перелезть? О, тут сможем перелезть, смотри-ка. Только не падай. А что это такое желтое горит? Идите к месту разборки. А, видимо, там у нас наблюдает. Кто-то наблюдает за нами. Уже кто-то умер, что ли? Ребята, не умирайте. Наблюдает. Чувак, а кто наблюдает? Видимо, у нас зритель пришел. Слушай, напарник у меня, кстати, ушел отсюда. Чего? Все, что ли? Поражение? Двоих? Погоди, ребят. А, все, походу, волна закончилась или что? Я не понял. Я не понял, что это произошло. 20 секунд, видимо, невнимательно или что-то. Так, 20 секунд у нас и... Что ты бегаешь? Так, где мой напарник? Моя напарница тут. Напарница, что у нас на голове такое творится? Предметы. Так, поменяем маски. Так. Давай, наверное, такое. Будем смешить противника. Так, я вижу, с двух сторон идут. Идут с двух сторон. Полный магазин. Ко мне идут, нет? Нет, они не ко мне идут. Они в сарай идут. Они к ребятам идут. Ребята, вы там... Там всего лишь 4 человека... О, едет. Давай, родной, едь прям на мину мою. Бабах, но все-таки не взорвался. О, гасит меня. Ты посмотри, какой агрец какой. Все, я убил со своей стороны. Все, ребята. Ты тут-то? Ты где, детка? А, детка тут наша. Детка наша тут. Я прикрываю вас, если что, сзади. Во, вижу. Я прикрываю. Свою позицию я держу. Он убит. Так, сделаем перезарядку. У нас еще чуть больше мы сделали уже. Волну прошли. Пятая волна. Где-то десятая будет, конечно. Это тень такая? Да, а чего тень такая? Это что такое? Ничего себе, тень какая. О, приехали, тень, смотрю, какую-то. Ребята, дайте мне кого-нибудь взорвать. Да, я взорву эту машинку. Да, я взорву, я хочу взорвать ее. Нет, не наелся. Ну дайте мне кого-то убить, ну реально, не могу никого-то убить я. Я сейчас... Дайте вот это убить мне. Где он там? Он далеко, я не побегу за ним, потому что... О, броник, мне нужно броню взять. У меня полуброни уже нет. Там остался один чувак у нас. Один чувак остался, и я кину, наверное... Давайте кинем сюда бомбочку, все. Прошли волну, пятую волну мы прошли. То есть, ребята, прошли. Я так, в запасе, видимо, сегодня, на разминке. Но если будет проблема, ребята мне скажут, если что, я... Давай кинем, наверное, прямо сюда мину, чтобы тут эпично взорвалось так. Чтобы реально так... Так, я бегу на свое место. Тихо, куда бежишь? Там мое место, Куда? Это мое место. Мое место козырное. Иди отсюда. Ну и что тут встал? Ты на что будешь лечить? Медик? Ты из медиков? Так. Вижу, сколько появилось-то. У нас шестая волна уже, кстати, очень будет сейчас
Жестко. А говорит, сам будут вертушки. Обязательно нужны вертушки. Я не знаю, почему вертушек нет. У нас тут штал какого-то слева, справа. Там один у нас огребает всех. О, едет машина. Едет машинка. Я сейчас готов. Я готов сразу же гасить ее. Сразу гасим. Сразу гасим. Убил. Убил один. Так, там еще, походу, остался. Да, там еще. О, вот, вот, что я ждал. Сколько там народу, вы посмотрите, сколько народу там. О, где же эти ребята? Свинца. Свинца вам. Свинца вам. Где, где, где там? Упал, упал еще. Добей его, добей его. Добей его. Убил, убил кого там? Кого ты убил? Так, там еще парочку. Еще с другой стороны бежит. А, так, так, машина едет. Гаси, гаси ее. Там же еще есть. У меня перезарядка. Так, все готово. Бегут вон. В срай бегут. Да, давай, ребят, давайте сюда. Все сюда ко мне. Слушай, ну с пулемета просто супер гасит. Все убиты, да, все убиты, просто без шансов. У меня половина процентов в броне. Осталось очень чуть-чуть осталось. Так, где? А вот он, чувак же. Готов. Еще одна машина, кстати, едет. Еще одна машина, сразу гасим. Какой-то грузовичок у нас едет. Кстати, последний остался грузовичок. Ток. Как же вы меня злите-то, а? Как вы меня злите? Злите меня. У нас там, видимо, еще одна машина, вижу. Так, тут у меня мин нету. Нормально все? Все нормально? Мин нету тут. А, вот машина едет. Где? Вот она. Вот наша машинка едет. Наводись, родная. Отлично. Да я первый, да я... Это что было? Я убил. Это что было такое? Я ракету в ракету попал, что ли? Это как... Ох, я на втором месте! Наконец-то. Ребята, похвалите меня. Скажите, спикер молодец. Так, сколько у нас осталось ракет? 7 ракет еще. У нас пулемет. О, что тут? Что тут такое? Бронь у нас есть. Еда у нас сейчас перекусим. У нас есть время. Нет, у меня только пиво и сигареты. Это вредно, очень вредно мне это. Сколько машин стоит? Удастся реально кинуть гранату туда, и все взорвется. Правда, тут одна машинка стоит, все взорваны. О, сколько народу там бегут! Я буду стоять на месте, пока я буду стоять на месте, потому что могут респануться прямо возле меня. У нас погиб уже один. У нас жестко погиб. И нас тут трое. Нас тут трое остались. Я прикрою, если что, вот сзади, ребята. В принципе, у вас хорошая позиция. А я не вижу второго, слушай. Он прям где-то сверху, что ли, погоди. А, он спереди, видимо. Он спереди, я, если что, вас прикрываю сзади. Нас обходят? Нет, не обходят. Нормально. У нас чуть-чуть, блин, даже половины. Половины волны нет. О, вертушка, ребята, я за вертушкой, нормально все. Я разберусь. Пошла ракетка. Давай, родной, куда ты полетел-то? Еще ракетка. Уходим. Ох, тихо, меня там гасит. Меня там реально гасит. Так, с пулемета нужно вот так гасить. Да, вот так очень хорошо гасить, ребята. Только очень неточно, конечно. О, совершенно неточно, гасим так. Еще одна вертушка, кстати. Еще одна. Нет, все взорвалось. У меня перезарядка идет. Фу, вот это был, конечно, жесткий, конечно. Жестко было все. Мне потом надо будет бронь взять и жизни взять. Где-то впереди вижу. Так, вот, подыхает, все, сдох. Сдох, ребята. Остались ваши только двое с вашей стороны. И все, победа. Наверное, я побежал сразу за броником и за аптечкой. Надеюсь, меня не убьют. Пока я буду бегать тут. Давай бегом. Енот бегом бегает. Да, все, замечательно. Мы прошли 7-ю волну. Но мне это, конечно... Добро. 9 убил. Чувака сразу же убили. У него по нулям. Я поднимаюсь в таблице выше. Где аптечка? Аптечка была на этом месте. А вот аптечка. Все нормально. А то я думал, аптечки нет, бегал тут. Трупов целая куча. Собирайте, ребята, все собираем. Слушай, а прикольно было бы взять, одеть маски на всех игроков. И команда енотов была бы. Так, вижу, команда вся сюда бежит. Да, все тут, походу. На карте смотрю, все тут находятся. Если что, на замену встанем, тут у нас... Вы, ребята, у нас пока в замене. В запасе. Так, с вашей стороны. Я, если что, прикрою сторону. Сделаем перезарядочку. Так, ну пока что... О, вижу машина. Вижу, машинка едет.
Так, машинка едет. Гасим, гасим, гасим. Смотри, едет и еще отстреливается. Паразит. О, сколько на карте вижу я. Ух, сколько там на карте. Вы посмотрите, сколько их там. Гасим, ребятам. Все гасим. По ногам, что они упали. В бошку. Черт побери, у меня броника уже нет. У меня уже броника нет. У меня проблемы появляются большие. Крупные проблемы. Да какого ты танцуешь-то от моих пуль? Так, у меня же нет жизни. Все, жизни нет. Я не буду акриться сильно. Я не хочу умирать как-то. Я хочу доиграть это. Эту волну у нас очень чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, ребята. Все живы? Все нормально живы, да? Дайте, дайте, дай. О, попал. Я убью даже его. Я хотел, чтобы он упал и... О, машинка, машинка едет. Да нет, чувак, тут реально не долетит, потому что... Ну, куда ты стреляешь? Меня гасит, меня он гасит. У меня перезарядка идет. Сдохни, сдохни, ты сдохни. Все вы сдохните. Еще одна машина. Черт из два, еще одна машина. Ну, кто там стоит вот для меня? Иди ты к черту отсюда, не мешайся. Не мешайся, по колесам начала, по колесам. Так, так, я уже попал в него. Куда он проехал? Куда он едет? Вот это, конечно, красиво сделали. Восьмую волну, ну супер. Все остались живым, убили 41. Чувак, ты опять умер, что ли? А почему ты никого не убил? Слушай, мы тебя будем сейчас исключать. Быстро бегом за оружием, за броником, потому что у нас всего лишь 15 секунд. Я только успею добежать, наверное. Я хочу встать на свое же козырное место. Чувак, почему ты убиваешь 0? Ты вообще никого не убиваешь? Это вообще 0-0 просто. У нас все тут, видимо, нам в запасе сидят. Место реально козырное, хорошее место. О-о-о, уже появились. Уже появились, вижу, на карте. С моей стороны, кстати. Замечательно. О, да помогай, помогай. Давай, давай, давай. Гаси, гаси их. Уходи, уходи. Уходи отсюда, убьют тебя. Ты в запасе у нас. Гасим, гасим, вижу красный. Красненький вижу и стреляю. И смотрим периодически на карту, чтоб вертушек не было. И сколько там осталось? Один? Там, один остался. Один, но это... Блин, у нас проблема. У меня проблема, потому что жизни мало. Машина едет. Еще и гасит. Гасит меня машина. Я, походу, убил уже. Все, машина убита. И с моей стороны еще бегут. Так, не будем высовываться. Будем и так гасить. О, убил двоих. Ничего себе. С такого ракурса убивайте еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. К нам бежит прям. Как вы, ничего его катануло. Да сдохни, сдохни. Иди, иди, иди. Правильно, правильно, правильно. Иди ко мне, иди ко мне. Иди, родной. Иди, родные, все ко мне. Давай, 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 подходи. О, с миниганом! С миниганом ко мне бежал один. Напарник погибает у нас. Нас осталось трое. С моей стороны, реально всем. Ребята, я вас просто выручаю. Здесь столько трупов. С миниганом уже бегают. Девятая волна. В принципе, меня пока еще ни разу не убили. Меня доволен. Остался всего лишь один. Но еще волна будет. Да, вижу, еще волна будет. Справа внизу видно волну. И приехала машинка. Сразу убиваем водилу. Так, 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 у меня убивает. Нет, нет, сидим, сидим внутри. Молодцы, ребята, да. Я пока отвлекаю внимание, они убивают. Я убил кого-то. О, меня убил! Я вам прям передо мной, откуда он респавнулся тут? Там не было никого, там машина была взорвана. Меня убили первый раз на девятой волне. Давайте встали на место. Кстати, это моя напарница. А наша напарница 107 уровня. Так, нас двое остались. Да, вижу, тут карта даже, очень удобно так. Вижу карту, можно поменять даже вот таким макаром. А, у тебя РПГ. Кстати, РПГ поудобнее, чем Стингер. Все, убили. Молодцы, ребята. Девятую волну мы прошли. Простите, что погиб. Я на первом месте! Я на первом месте, я же говорю, я в запасе был. Ребята меня вытащили из запаса. Я им показал. Я им показал. Так, у меня нет бомб никаких. Бомбы у меня есть, только бомбы-липучки. Слушай, давай кинем бомбу-липучку, наверное. А есть еще одна мина. Мина, давай кинем еще минку, потому что эти машины мне задрали. Реально уже задрали эти машины, ездят прямо возле меня. Пулемет меня выручает. Очень хороший пулемет, кстати. Просто много патронов. Емкость магазина хорошая. Точность так себе. Тут был миниган где-то у нас. Так, ребята идут. Где, где? А чувак у нас в центре. Ну, чувак, ну, этот Макс, это Макси. Какого черта ты погиб? Я не буду высовываться. Два перестрелку устроим, чувак. Сейчас появятся друганы твои. Сколько появится? Я уже весь бомбу высадил. Вижу, вертушка летит. Некогда нам выпендриваться. Тут нам нужно убивать вертушку. Гасим вертушку. Так, 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 сколько народу? Я подбивать буду вертушку, ребята. Вы пока... Там еще вторая вертушка. Полетел снаряд один.
Куда? Куда ты полетел там? Куда ты полетел? Ох! Не русский какой! Какой-то не русский там! Ракета, ракетка, давай одна! Три вертушки! У нас три вертушки меня в хлам просто! В хлам! Почему меня убили так быстро? Чего меня так быстро убили? Напарница, ты меня прости, да. Ты всех прости, мы реально тебя подставили. Тебе хана. Тебе хана на 10-й волне. Ты посмотри, она еще как-то огрызается. К ней бегут реально. У нее вертушка одна, я смог только одну подбить. Все, к тебе заходит сзади. Детка, 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 повернись. Детка, посмотри назад. О, как же хотел бы там очутиться. Да, жизнь у меня была маловато, конечно. Слушай, а может все-таки она всех убьет? У нас будет 11-я волна. Да, вот такое довольно место хорошее. Еще бы крыша была бы. Тут была бы крыша от вертолетов и вообще бы красиво было бы. Так, 10-я волна подходит к концу. Осталось трое и вертушка осталась. Ей нужно убить пехоту. Еще трое, да, еще трое. Еще появился один. Так, так, детка, слушай, ты походу выигрываешь. Ух, ты выигрываешь, просто рассвет такой. Мы на тебя молимся. А, я не знаю, игроки вышли, не вышли, я не могу посмотреть сейчас. Ребят тоже наблюдают, с тобой все наблюдают. А что ты стоишь? Убей вертушку и все. Убивай вертушку и готово. Так, включим камеру. Да, РПГ у нее есть. У нее РПГ только есть. А нет, у нее стингер, да, у нее стингер есть. Только не в стену не стрельни, детка. В стену не надо стрелять. О, у тебя же что, жизни проблемы? У тебя вроде жизни нормально. Да высовывайся уже и стреляй по этому сраному вертолету. Красавчик. Красавчик. Это реально красавчик. И аплодисменты. Я прошел у меня какое-то достижение. Все что ли? Мы прошли 10 волн и все. А где 11-е, 12-е, где 13-е? Это и все. Ох, ну хорошо, ребята. Увидимся в других частях GTA Online. Всем спасибо, до новых встреч и всем пока.